мудрый старец Тефик Исенч Убых. Он последний человек на нашей планете, кто знает убыхский язык. Эти кадры любительской ленты, снятые у него дома в Турции. Летопись нашей планеты. Это твой дед выехал с земли предков? Как звали? Татуха звали. Татуха, говоришь? Ну, поговорите немного. У него есть что сказать. Ну, поговорите по-убыхски. Кто к нам приехал, спроси. Откуда, спросите, о чем? Поговорите по-убыхски. Спросите его, что ли? Да, спросите. Исенч спрашивает по-убыхски. Он на меня смотрит и смеется. Я ничего не скажу. И от вечного дуба, посаженного на чужбине предками, вновь родится молодая поросль на родной земле Адыгеи.